Сейчас я хочу пригласить на эту сцену представителя акустического рока. Человек, который здесь не раз покорял сцену. Константин Бирна. Костя, мы тебя ждем. Ярослав, помоги нам, пожалуйста, поднастроиться, чтобы у нас все было, и нам за это ничего не было. Всем привет, добрый вечер. Меня зовут Константин Бирн, не путать с пивом, да, это я. Не пейте! Пейте или не пейте, это ваше право. В любом случае, поддерживайте себя в хорошем настроении. И еще раз хочу вас поприветствовать на этом замечательном фестивале, который, кстати, как я понимаю, это дебют в этом клубе, этого фестиваля. Дебют нашего замечательного организатора Сергея Афанасьева. И, в общем, как хорошо, что все мы здесь сегодня собрались. Спасибо. И я вот думал, слушал, играть ли, что же сыграть вообще, потому что играть свое, не свое. И что-то просто слушая всех, я подумал, а почему бы нам не сыграть вот эту замечательную песню там, замечательного человека, там, который когда-то жил, вот. И сыграть, в общем, эту песню, да. И я возьму ее просто и сыграю, да. А кто знает, тот возьмет и подпоет. И все будет хорошо. Не буду обозначать, как эта песня называется, я просто возьму ее и сыграю.
Всем спасибо, спасибо, спасибочки, спасибо.
Константин Бир. И чтобы меня найти в интернете, просто набрать надо Константин Бир. Всем спасибо. Всем приятного вечера.